Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали на улице Северная уроженца одной из стран Средней Азии. В ходе личного досмотра у злоумышленника был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, который по результатам экспертизы является героином общей массой более 320 граммов. Задержанный планировал сделать закладку с наркотиком. Оперативники обнаружили и изъяли у него еще два свертка с аналогичным содержимым. Таким образом, из незаконного оборота удалось изъять свыше килограмма героина. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.